И мы продолжаем наше стартап-шоу с Нескафе 3 в 1. В студии не только мистер Сани, не только Лавика, но также еще и Артемий Сурин, который доказывает нам, что жизнь одна, что нужно жить сегодняшним днем, быть здесь и сейчас, и верить в свои возможности. Даже не имея при этом денег, можно путешествовать по всему миру и общаться с интересными людьми. Артемій Сурін – відомий підприємець, бізнес-тренер, мандрівник, засновник проекту One Life. Це спільнота людей, які подорожують на яхтах. Какое самое масштабное вот шествие ты совершал с яхтами? У нас было в прошлом году, мы поставили рекорд в Средиземном море по масштабности. Мы вывели за 2 недели, вот это крайние 2 недели лета, 52 яхты. 50? Количество человек какое? Где-то 500. Это было Ибица-Майорка. Когда ты причастен к такому масштабу, когда идет эта огромная армада, флотилия, яхт с флагами One Life, с флагами Украины, ты просто находишься там, у тебя мурашки по коже. Вот ты заходишь на Ибицу, я просто заходишь на остров Ибица, центральную марину, и там народ высыпает на улице, снимает это, и у них тоже рушение стереотипов. Потом, откуда вы? Мы говорим, мы из Украины. Они говорят, вау. Какое самое шедевральное, что-то сумасшедшее с вами происходило? Может быть, это было какое-то место? Вот географически, что тебе запомнилось больше всего? Самая сильная наша страсть, это, конечно, Гималаи. Вот наши экспедиции в Гималаи, вот я говорю сейчас, у меня, понимаешь, мурашки идут под пиджаком, под рубашкой. Это то, что ты никогда не испытывал, и я каждому зрителю и вам, ребята, хочу сказать, что обязательно побывайте там. Еще были ли какие-то интересные выпадки, но на твою думку, как раз о подорожах, которые запомнились, которыми можно поделиться с телеглядачами? В январе были на Мальдивах, большой делали флотилию, One Life флотилию на Мальдивах. И вы не представляете, как было прекрасно видеть, когда приехали наши ребята с санками на Мальдивы. Мы высадились на необитаемом острове, и значит, наши парни начали на санках катать девчонок по необитаемому острову, и эти мальдивские ребята, которые крю наших яхт, они стояли, смотрели, не могли понять, что это. Я просто разумею, что украинцы, но наш менталитет и еще там пребывание також. А вот они зараз на нас дивляться, и тебя бачать, думаю, та тоже бизнесмен с чемоданом в баксе. Поїхав, так, а у нас немає нічого, крім заліковки. І так, ось що робити молоді? Якщо ви будете себе настраювати о тому, що це у мене не вийде, це недоступно, так і буде. Наоборот, націлюйтесь, мислите, проєцируйте і побачите, як все у вас в житті вийде, як сама Вселенная вам відповість. Я вам говорю це як чоловік, який кілька разів починав свою життя з нуля. Цей закон в житті працює. И благодаря One Life просто это получается быстрее. В комьюнити очень много успешных людей. Я очень счастлив, когда я вижу, как наши молодые ребята вот этот опыт перенимают. Поэтому верьте в себя, не останавливайте себя, не прячьте свои амбиции. Артемій Сурін, який поділився своїми лайфхаками, розповів, що ж це таке ідеологія One Life, коли треба жити сьогоденням і при цьому прогнозувати своє майбутнє щасливе. Ну а далі у нас у нашому шоу, яке присвячена прогресивним ідеям та цікавим думкам, ми познайомимося обов'язково із трендами сучасними у розділі хай-тек додатків, а при цьому ще вікторина. Ну и, конечно же, мы отдадим наши призы зрителям, тем, кто первый ответит, вышлет свой правильный ответ на M1 TV, получит от нас заряд бодрости и энергии. А також чашечку и запас кавы. Тож, дивіться нас уважно, у наступній студії зустрінемося. Прямо здесь, на